Вы смотрите канал «Улицы Москвы», и в этом выпуске мы побываем на 3-й улице Бебеля в Савеловском районе, который вот поворачивается 2-й Квессийской в северном направлении. Так вот именно она обозначена на картах, как раз между 18-20 домами по улице 2-й Квессийской. И там уже очень скоро эта улица заканчивается. Данная улица уникальна тем, что на ней есть всего лишь один дом, но под номером 34. Представляете? Один единственный адрес, относящийся к 3-й улице Бебеля, это дом 34. Ну, вероятно, существовали еще другие дома по данной улице, но все они были снесены. В 1922 году получила это название данная улица. Раньше именовалась Церковным переулком. Названа она по фамилии участника германского рабочего движения Августа Бебеля. А соответственно, первая и вторая улицы Бебеля, на которых мы побывали в наших предыдущих выпусках, именовались первый и второй церковными, соответственно. Ну вот, как раз вот этот дом 3-й улицы Бебеля, 34, представляет собой такую вот пятиэтажечку. Здесь, скорее всего, детский садик. Что у нас тут с этой стороны? Ну, это, наверное, самая коротенькая из всех трех улиц Бебеля. Ну и вот один дом всего лишь. Сейчас зайдем тогда. Туда она до Песцовой уже не доходит, как вторая улица Бебеля, например. А здесь вот обрывается во двориках. Ну, тогда заглянем в сам дворик сюда, дома номер 34. Да, конечно, сейчас очень удобные детские площадки. Тех, кто вырос в 90-е, такого не было. Ну вот, собственно, дом 34. Это подъезды данного дома. Вот. 3-я улица Бебеля, 34, если не верите. Красиво, конечно, балкончик сделали они. Ну и прогуляемся тут еще тогда по окрестностям, по дворикам. Вернемся к улице 2-я Квессийская. Здесь вот стенд о проведении капитального ремонта, датированный прошлым годом. Видать, тут провели капитальный ремонт, действительно. Хотя вот некоторые окна деревянные. Очень уютные дворики здесь. И вот здесь вот тоже по 2-й Квессийской.
Да, чем-то такие места, конечно, приятные.